Привет, дорогие друзья, с вами Женёк. Смотрите, что у меня есть. Подарочки. Подарочки от подписчика Глеба. Глеб, спасибо тебе огромное. Респект, братан. Вот, смотрите, какой замечательный. Торбочка, Альянс, World of Warcraft, что-то тут Грифон, Хачлинг, Blizzard Entertainment. Очень прикольная сумочка. Альянсовская, видите, этот лев красивый. Так, что же там внутри? Конвертик, сразу видно. Опа, знак Орды. Вообще красава. Так, что тут такое? Сейчас заценим. А, ну просто знак Орды, рисунок. Красота. Так, видите, в мешочке с Альянса мы видим знак Орды. Красота. Так. Это что? Что-то, кстати, какие-то надписи. А, Вов. Фенечка, типа. Ну, прикольно. Фенечка, Вов, это круто. Опа, значок. Dota 2. Тракса и Лина. Вообще шикарно. Прикольно. Кстати, классная вещь. Давно я в дотку не играл, кстати. Уже, наверное, около месяцев 5, может, и полгода я уже не играл в датку. Хотя, ну, дота, она игра прикольная такая, знаете, как шахматы. Своя тактика, думать надо где-то. Я даже расскажу вам одну историю. Зашел я как-то на канал Сергея Бадюка. Я не знаю, настоящий канал, не настоящий. И там в видюхе Сергей Бадюк рассказывал про игру Доту. Там, по-моему, типа какие-то вырезки со стрима. И, ну, я как-то, знаете, от балды просто написал в комментах там, блин, я не помню отчество Бадюка. Николаевич, не помню. Ну, короче, я ему пишу там отчество, типа, Сергей Батькович, давайте как-нибудь сыграем с вами партейку в Доту. На что он мне через какое-то время, ну там через пару дней ответил, что Дота неплохая игра, как шахматы. Вот что-то такое, я уже не помню, где этот коммент. Ну, короче, так он и не дал ответ, будет играть, не будет. Вот не знаю, настоящий это Бадюк, не настоящий, но судя по комменту, вроде как, ну так интеллигентно ответил там, как-то несколькими предложениями, грамотно все. Так, дальше идем. Так, какой-то мешочек. Опа-на. Черный мешочек. А чё там? Какая-то фигурка или что? Опа, это этот, от Ведьмака, как оно, я, ну так, Ведьмака не очень хорошо знаю, но знаю, что это от Ведьмака, вот это вот, волчья голова это, да-да-да, Ведьмак прикольный, кстати, не читал Ведьмака, очень мне советуют, но пока не доходят руки, хотя, подобно фэнтези, мне нравится Ведьмак, прикольно, кстати, классно, он такой, блин, тяжеленькая эта хрень. Ну-ка, сейчас нацепим. Ведьмачий амулет. Блин, мешочек зачетный. Так, дальше идем. Так, брелок. О, Дарк Вейдер. Ха! Тоже классная вещь. Дарк Вейдер. Прикольненький такой. Ну, как бы мультяшный. На ключи можно повесить. Кстати, да. От машин. А что? Так, знаете, Дарк Вейдер. Весело. Так, сейчас поставим его. Блин, не стоит, гад. Ну-ка, сейчас мы баланс сделаем. О, все, красава. Дальше, все. А, очки. Пиксельные очки. Кстати, хороший реквизит будет для видюх. Спасибо тебе. Вот такие вот подарочки. Спасибо тебе, Глебаня, браток. От души. Так, Дарк Вейдер, не падать. Не унывать. Вот такие вот милые подарочки. Я получил от подписчика. Спасибо тебе, Глебаня, браток, за подарки. Очень приятно. Вообще респект. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!